карьера семьи рушится, да, и Бажена тоже посвящает этому отдельный пост. Давайте почитаем. Она пишет: «Ребят, я в шоке, у меня нет комментариев, это решение Игоря. Мы 3 года пытаемся завести общего ребенка, я не хочу расходиться, мы 6 лет вместе, но должна все осмыслить. Я свои политические позиции не меняю, я не могу поверить, я думала, что он шутит, отмахнулась. Нежданчик», пишет Бажена. Вот смотри, людей. Вот ты даже почему-то не читаешь сообщение целиком. Она говорит: «Я все равно за Навального. Я свои политической время, да. позиции не меняю. Давайте не будем уже бояться произносить вслух эту фамилию». Ну, давайте не будем. Хорошо. Итак, давай все-таки вернемся к тому, как ты сама чувствуешь. Ты разрушаешь эту семью или нет?